Всем привет, с вами Ева и Адам. И вы попали на мой канал. На этом канале будут выходить скетчи, влоги, распаковки, DIY, челленджи и пранки. И так далее. Расскажу, как появился у нас Адам. Мы, получается, ездили в Турцию отдыхать. И я там отмечала свой день рождения. Мне было или 7, или 8, я уже не помню. И меня даже вызывали туда на сцену, меня поздравляли и подарили мне очень вкусный коктейль. А потом, когда мы домой приехали, ну, в Пермь, когда мы прилетели, мы поехали в зоопарк. Там было очень много кошек, очень много собак. И мы очень долго ходили и нашли... Там была очень хорошая тетенька. А в сумке сидел Адам и еще там девочка, кошечка. Почему мы выбрали Адама? Потому что он, пока мы стояли, выбирали, Адам очень много раз выбегал из сумки. И приходилось его ловить. А кошечка сидела просто там, она всего боялась. И мы выбрали Адам, потому что он такой энергичный, веселый, очень быстро бегает. И мы сразу там купили ему миски, туалет, все, что надо. И нам продавец, получается, продал его за 500 рублей, потому что у нее должна уже скоро родить опять кошка. И осталось только два котенка. Так-то она продавала их за 1500, но она нам продала за 500. И мы поехали домой. Мы когда приехали, все расставили. Стали показывать, где его место, где он будет спать, где в туалет стоит. Он все обнюхал. На следующий день я стала его учить. Приучать к туалету. Он быстро научился. Потому что сибирские кошки очень умные и очень быстро учатся. И где-то год прошел, и мы захотели его опускать на улицу. Мы купили ему поводок, и я его как собаку выгуливала. Но ему никогда не нравилось в поводке гулять, и он всегда вырывался из него и убегал. И мы решили через год его просто опускать. Гулять. И он сейчас гуляет один. И ему 3 года. Недавно исполнилось 8 мая. Вот. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и на мою группу ВКонтакте. На мою группу ВКонтакте будет ссылочка в описании. И всем пока-пока!